Я понимал, что она умрет, но у меня такое состояние было, что она не умрет никогда. Понятно. Мы тебя понимаем. Ну вот, уже не стало. Она прожила тяжелую жизнь, войну пережила. Была трудолюбивой, очень честной, она бухгалтером работала. Ничего никогда не приписывала, я это верю, потому что жили довольно бедно. Ничего лишнего у нас в доме не было никогда. Много скорбей принесла и от меня, и от всех, и от моих родных, близких людей. Все это было связано с пьянством, конечно. Поэтому я рад, что у нас за столом ничего спиртного нет больше. И зарекаю своим племянникам, брату, эту гадость вроде никогда не брать. И чтобы соблазна не было. Да. И выкинуть из головы раз и навсегда. И прожить жизнь честно и достойно. Вот. Ну что ж. Благодарю всех еще раз. За то, что вы разделили со мной эту горечь утраты. Помоги, Господи, тебе, брат. Я понимаю, что это неизбежно, но... Тяжело. Зато у тебя теперь надежда еще больше стала. Простите. Правильно, простите. Слава Богу. Ты видел смерть, ты теперь понимаешь, уже подготавливаешься еще ближе. Хорошие слова сказал. Дай Бог тебе, чтобы все это исполнил ты. Царство небесное, царство небесное, царство небесное, вечный покой. Царство небесное, царство небесное.
Прощали нам о нем, солнце гаснет, а мне вечером о днем. Это день победы Иисус принес, разгромив врага, воскрес Христос и владенец. Для припева, чтоб возрос, Христос воскрес. Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Только дал бы Бог покаяться тот час, никогда его ничем не огорчать. Дух Святой на благовестие подвиг, посвященное о жизни ж только миг. Это день победы Иисус принес, разгромив врага, воскрес Христос и младенец. До припева, чтоб возрос, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Этот день победы Иисус принес, разгромив врага, воскрес Христос и младенец. Да припева, чтоб возрос, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Христос воскрес! Воистину воскрес! Сегодня воскресенье как раз. Добавка. Игорь, спроси, есть Новый Завет у кого? Нет, нет, уже есть. Евангелие. Нет, я говорю, у сидящих. Евангелие там есть? А у вас Новый Завет есть? Дали вам, да? Нет? А у нас есть Новый Завет. Надо Новый Завет. Красный есть? Красный? Есть, да. Надо подарить. Ну, возьми. Сергей. Сергей. Есть. Мне нужна. А сайт? Сайт давали. Ну, все. Там все давай. Спасибо.